Здравствуйте! На ваших экранах программы Городские встречи. Сегодня в нашей студии главный режиссер драматического театра Карен Нарсисян. Здравствуйте, Карен Юрьевич! Спасибо, что пришли к нам в студию. Сегодня мы поговорим о новом спектакле. Несмотря на то, что сезон театральный скоро закроется, осталось не так много, да, уйдет на каникулы, театр. Да. Все равно в конце сезона вы дарите зрителям, любителям театра новый спектакль. По-островскому. Не все коту масленица. Расскажите, пожалуйста чего ожидать? Классическая это будет постановка или какое-то новое видение? Ну, я думаю, что видение будет новое, потому что это новый спектакль, это мы стараемся сделать его живым, искренним, и мы не пытаемся ни в коем случае повторить какие-то проторенные пути, что касается, ну, всегда при таком вопросе, это классика или это, значит, что-то будет современное, почему-то все представляют, что если современное, то это обязательно, значит... Перформанс. Ну да, да, люди там на сцене в джинсах, там, в современных костюмах, этого у нас не будет. Мы придерживаемся э эпохи Островского, потому что она очень... Колоритная. Колоритная, вкусная, очень театральная, но мы стараемся быть современными изнутри современными по сути мы в любом случае рассказываем историю про людей про людей не которые жили когда то давным давно а мы рассказываем историю про нас сегодняшних а тема там вечная спектакль извините о любви в спектакле конфликт между любовью и извините, опять же, деньгами. То есть там все, все ну, как бы там тема, тема это очень современная. Это, это, это вопрос выбора, выходить ли замуж по чувству или выходить замуж все-таки из расчета. Конечно, можно любить бедного, но как жить дальше, или же все-таки обеспечить жизнь себе, своим детям, внукам и родителям, и пройти, пойти против совести и выйти за богатого старика замуж. Хотя старик, в общем-то, не такой уж и старик, <свят> смотря как на него посмотреть. Ну, то есть, там такие очень такие живые, живые вопросы. Дилеммы актуальные, с которыми стал, может столкнуться каждый из нас. Чем отличается Островский, он э, действительно ну, писал Островский, о тех проблемах, он, которые бессмертны. Он без, да, да, да. Поднимает, он, он, поднимает он совершенно современный, вопрос. да. Поэтому, то есть там, мы, мы не пытаемся как-то так-то как так, говорить по старинке, ходить по старинке. Мы, в общем-то, этим не занимаемся, мы не занимаемся бытописанием. Хотя, я думаю, что у нас будет красивая декорация, очень красивые костюмы. Вот и это, это должно радовать глаз дух вот этот дух русский дух потому что пьеса такая она очень русская и по жанру это называется Островский это определил как сцены из московской жизни вот это вот такая вот Москва 1870-х годов я надеюсь что этот дух он будет витать но главное нам, конечно, для нас, конечно, это вот жизнь человеческого духа, это то, что происходит с героями, с молодыми героями этого спектакля. Говоря словами Воланда, люди как люди, только квартирные вопросы их немножко испортил. Скажите, Карен Юрьевич, дело в том, что Островского ставят довольно часто вообще в театрах. И, казалось бы, чем более классические постановки, тем сложнее их поставить, как вот мне кажется, в моем представлении. Вы с какими-то сложностями сталкивались, как режиссер, именно с внутренними? Да, да. Я, вот вы говорите, что Островского ставят часто я островского не ставил никогда uh -huh. это мое первое обращение к островскому при том что там, я ставил и ставил несколько раз ставил разные пьесы и чехова и Шекспира, и мальера и если там говорить про русскую классику гоголя Островский для меня это впервые это очень непростой автор если говорить про трудности там трудность в том что вот именно хочется, хочется сохранить вот эту вот внутренний трепет вот это вот кружево, психологическое кружево, натянутую, оп... струну. натянутую струну, можно сказать и так, но при этом э, он все равно. И, и мы когда репетировали на малой сцене, какие-то вещи, вот ну, в репетиционном зале еще: ой, 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 вот у нас прям такое-такое-кружево. Э, когда выходишь на большую сцену, а Островский все-таки для большой сцены, э, очень легко впасть в такой э, театральный пафос, да, в такую какую-то, ну, такие встать э, на такие-какие театральные катурная и вот основная сложность, чтобы вот сохранить вот это вот э, естественность. естественность, можно сказать, mm -hmm. да, кружевной психологизм, но при этом работать крупно, работать, потому что все равно это э, там многие Островского все равно они растут еще из мольера, еще вот все равно это такой очень очень театральный автор и вот соблюсти вот эту вот э, крупность театральной формы, яркость театральной формы но при этом быть очень живым, трогательным, трепетным, вот это самое-самое сложное. Это вот то, 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 чем мы занимаемся. Вот сейчас я еду с репетицией. Мы сейчас занимались тем, что ну, сейчас такой этап, когда значит, вот, ну, музыка, фоновая музыка, музыка в основном на подборе, она да, она мной там подбиралась, но тоже такой сложный автор, который у него язык островского, он, он как музыка. И я понимаю, что вот, вот, вот я вроде один на один с пьесой что-то фантазировал вроде бы да начинаем сейчас во время репетиции пробовать и я понимаю как музыкальная речь островского начинает вытеснять какие-то какие -то, фоновые, вещи, какие -то да? фоновые угу. вещи да но в общем надо соблюсти соблюсти этот баланс очень очень непростой очень непростой автор но это 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 и здорово то есть мы, мы на нем я думаю, что мы на, мы на нем растем, молодые актеры на нем растут. То есть мы, мы как-то изначально для себя решили, что мы не идем по проторенным э, дорожкам, но мы хотим быть какими-то все-таки открывателями каких-то... Ну, в любом случае, да, каждый новый спектакль всегда эксперимент. Именно. То есть он все равно должен быть, да, театр. Это всегда здесь и сейчас, сегодня. Вот мы сегодня рассказываем эту историю и так, чтобы вот в ней было все. Все, я имею в виду и театральность, и, и это должно трогать. Кстати говоря, о персонажах. Сложно ли было подбирать артистов на роли, или у вас сразу видение родилось, кто будет этим, кто будет этим героем? Нет, не сложно, так как это, в общем-то, я это моя не первая работа в театре, да еще в театре, в котором я являюсь главным режиссером. Естественно, я очень хорошо знаю труппу. Понятно, что я там, это не спонтанное решение. Я, я я долго думал, я долго взвешивал. И совершенно не жалею в том выборе, в котором я сделал. Вот молодых, пару молодых героев, влюбленных друг в друга играют Анастасия Бурмистрова и Никита Левин. Богатого купца играет Александр Зайцев. Несложно было догадаться. Да, маму девушки Дарью Федоседу Круглову играет марина мясникова угу. есть замечательный очень очень непростой персонаж фиона в роли фиона народная актриса коршунова людмила прокопина и есть такой с одной стороны эпизодический персонаж с другой стороны очень важный очень яркий немного буфонадный, немного выделяющийся из, из вот, он, он, он такой чуть-чуть перпендикуляр а, всем остальным персонажам. А, это кухарка, кухарка Маланья. Вот там я некоторое время вот, вот так раздумывал, 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 кто же у нас вот эта вот кухарка Маланья. И выбор свой остановил на актере а, Юрий Борисов. Интересно. Юрий Борисов у нас играет. Дополнительная интрига. Ну вот да, вот мне там вот такой нужен был, нужен был некий перпендикуляр всему действию предлагаю вернуться к антуражу скажем так да к, к интерьерам к декорациям к оформлению к оформлению спектаклях к костюмам вы сказали что будет передано вы постарайтесь передать ту Но эпоху будет конца передано, 19 да. века вот хотелось бы уточнить каким образом происходит подготовка костюмов это костюмер делает но в любом случае советуется с вами ну, костю... откуда вы да. черпаете идеи ну костюмер это сейчас это вы не совсем правильный термин употребили костюмер в театре это костюмер... да это кто да, кто хранит кто следит за тем чтобы костюмы были бы в, в целости и сохранности я работаю на этом спектакле с двумя совершенно замечательными художниками. Uh -huh. У нас и костюмеры замечательные в театре. Вот, два совершенно замечательных художника. Это Кирилл Данилов. Uh -huh. Кирилл Данилов делает сценографию, собственно, декорации. Декорации, uh -huh. да. И э, по костюмам художник по костюму Енина Кремер. Это два совершенно замечательных художника, с которыми я сделал уже много спектаклей с э, Яной Кремер. Я сейчас боюсь соврать, но мы сделали там, наверное, уже спектакли 30. То есть у нас, у меня с этими художниками такое какое-то абсолютное, абсолютное взаимопонимание. Ну, там же, понимаете, сложность в чем? Сложность интересно в чем. Вот чем отличается, да, там, театральный художник от, от художника-модельера? Это все равно костюмы, они с одной стороны... Гипертрофированные ну, да? они намекают, угу. они все-таки нас... То есть, это все равно, это, это, да, да, да. То есть это все равно не, не, не музейное воссоздание э, точно, да, это все равно это, мы, мы, мы должны больше, они на нас должны больше воздействовать э, там, не исторической точностью, хотя, в общем-то, мы придерживаемся. С созданием они, образа и образа, духа. конечно, конечно. Они на нас воздействуют эмоционально. С художниками этими работать просто, просто, ну, просто, просто удовольствие. И я думаю, что это. Пока, пока, пока костюмы в процессе, мы еще их не надели, то есть мы пока вот они вот там сейчас дошиваются пуговицы что называется, пока только примерки, пока И, опять же это там, Яна приезжает на примерки, она значит все равно как бы вот, вот, вот все-таки вот, вот, вот тут чуть-чуть подужать, а тут вот чуть-чуть давайте все-таки не такую тесьму, а секую тесьму, это все вот она сейчас как бы в процессе вот такого вот вылепливания этих образов но ну вот со дня на день мы наденем костюмы вот я сейчас поехал к вам на сцене начали монтировать декорацию должно быть красиво вы в самом начале заявили о том, что эпоха самобытная, культура очень яркая, такая, не похожая уже на ни на что другое. То есть это такая квинтэссенция русского духа, скажем да. так, в моем понимании и представлении. Помимо того, что образ будет создан визуально, довольно сложно сохранить вот эту грань современ, проблемы актуальные поныне, но в ту эпоху, как вы считаете, получается? У актеров это не только же у вас должно, как видение, актеры должны прочувствовать, погрузиться полностью в ту эпоху. Ну, да, но когда я говорю там о себе, или когда mm -hmm. я говорю там о... я, я как бы я не могу себя отделить, там я и актеры, это все равно ну, ну, некий, некий общий, общий процесс, и, и мы в этом процессе растворяемся друг в друге. Естественно, как бы актеры идут за мной в каких-то ситуациях, когда вдруг актер начинает рождать. Что-то такое, а это зачастую случается на репетициях. То есть я, я и не предполагал, я и не предполагал, что такое может быть. И вот еще очень важный момент. Островский, а, он очень-очень актерский, очень актерский драматург. Он как раз и рассчитан вот на то, что вот, на такое, на актерское, на актерскую радость, на актерское хулиганство. Поэтому здесь вот просто вот, там застраиванием мизансцены просто там договорившись о смысле далеко не уедешь здесь все равно вот надо вот вот этот вот дать свободу внутреннюю дать внутреннюю да? свободу да вы очень точные вещи говорите да внутреннюю свободу да 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 хотя хотя дал, понятно что дал, как бы жесткость вот тоже одна из сложностей должна быть жесткая форма потому что если нет жесткой формы то просто спектакль развалится но при этой жесткой форме обязательно должна быть э, э, акт, э, свобода для актерских проявлений при, причем это, вот, это там на уровне физиологии вот чувствуется как, как вот, вот автор требует автор вот, давай, актер, давай, играй, можно! 24 и 25 марта на премьере. Я думаю, мы с вами еще встретимся. Встретимся, а, я надеюсь. Да, надеюсь, наших телезрителей тоже заинтриговать мы сумели. Театральный сезон закончится для многих театралов очень интересно. С Островским. Я думаю, многие соскучились по таким постановкам. Давненько не было ничего подобного. А, спасибо, что нашли время пришли к нам в студию. У нас в гостях был главный режиссер драматического театра Карен Нарсисян. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго.